Ну что же, дорогие друзья, всем привет, с вами я, и сегодня я буду кушать свои носки с сыром. Вот сыр, и вот на втором носке тоже сыр. Их много? Думаю, будет вкусно. Запивать я буду, конечно же, водой Аква Минерале. Начну я, пожалуй, с левого носка или с правого. Кто кушает носки, обычно советую кушать вот с этого конца, не вот с этого, а вот с этого. Потому что весь вкус перепадает вот сюда, а если вы начнете вот с этого места, то весь вкус теряется, и такое себе получается плюс-минус. Лучше начинать с этого конца. Смотрите, можно кушать их вот так. Ну или либо можно вот так вот просто. Одну секунду. Фу, не получается что-то. Не знаю, либо я сытый, либо чё, но не получается это съесть. Не знаю, может у вас получится. Советую пробовать это утром на голодный желудок, потому что когда вы сытые, просто-напросто не лезет, и у вас появляется тошнота. Ну вот, смотрите, я попробую еще один раз. А ты еще снимал? Ну, можешь закрыть, пожалуйста. Господи. Да, так о чем это я, вот. не получается, ну-ка еще раз. В общем, не получилось у меня съесть носок, поэтому всем пока. Я сытый.